Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Сегодня в интернете появились первые фотографии внука российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Она была в 90-х замужем за музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Линюком. Она подарила супругу сына Жана, и через пару лет после рождения наследника пара развелась, а мальчик остался жить с мамой. Молодой человек старается как можно реже попадаться в объективы фотокамер. А в мае 2018 года Жан Линюк впервые стал отцом. Возлюбленная по имени Анастасия родила ему первого ребенка. Младенца назвали Львом в честь прадедушки, отца Кудрявцевой. В сентябре того же года ребенка крестили в одном из столичных храмов. Важное событие отметили скромным банкетом, главным украшением которого стал торт с именем Льва. И вот теперь, благодаря журналу Star Hit, мы наконец-то увидели наследника Леры. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!